Жил-был доллар, который был так же хорош, как золото. Соединенные Штаты и большинство других стран чеканили золотые монеты. Бумажные деньги были обещанием заплатить золотом. Но сегодня доллар и большинство других мировых валют поддерживаются не золотом, а кредитом, бумага, обеспеченная бумагой. Опыт Германии в начале 1920-х годов является классической ужасной историей, которую рассказывают те, кто настаивает на возвращении к золотому стандарту, как наилучшему способу остановить инфляцию и стабилизировать экономики. По мере роста цен правительство печатало все больше и больше валюты, и цены снова взлетели. В конечном итоге германская марка буквально не стоила бумаги, на которой она была напечатана. Для покупки буханки хлеба требовались связки бумажных денег, а почтовая марка стоила миллионы. Итак, какова ситуация с дефицитом? Зачем нам вообще нужна криптовалюта? Давайте посмотрим на повседневные деньги, которые мы используем. У нас есть доллар США, китайский юань, евро и швейцарский франк. И то, что я показываю здесь, это официальная статистика правительства о количестве денег в обращении. Это М1, который включает бумажные деньги, валюту, а также расчетные и сберегательные счета. То есть это наличные и вещи, которые действуют как наличные, вместе взятые. И каждый из этих графиков показывает данные с октября 2008 года, когда вышел белый документ по биткоину. Это левая шкала каждого из этих четырех графиков. Итак, это 2008 год, а это конец 2019 года. Вы можете видеть, что денежная масса увеличилась для всех. За всего 11 лет денежная масса доллара США возросла в 2,6 раза. Иными словами, печатные станки денег работают с такой скоростью. Мы не замечаем этого, потому что каждый год цены, которые мы видим, немного растут, но это похоже на лягушку в кипящей воде, верно? Таким образом, лягушка не понимает, что сидит в кипящей воде, пока не станет слишком поздно, и она не сварится. Вот в такой ситуации мы и находимся. Дело в том, что все глобальные фиатные валюты как бы запускают печатные станки с тревожной скоростью, но что считается победой, что считается разумным и осторожным в отношении валюты вашей страны. Ну, это когда инфляция немного ниже, чем у других, верно? Таким образом, у нас все еще есть такая ситуация, что если вы отдалитесь, например, для доллара США, и посмотрите на временной масштаб в 50 лет, вы увидите, по сути, экспоненциальную кривую роста. Это проблема, с которой сталкиваются все сберегатели. Каждый, у кого есть активы для сбережения, противостоит этому течению, которое на них надвигается, так как их активы постоянно размываются новыми деньгами, которые создаются. Итак, 2008 год – это когда вышла белая книга Накамото. Это белая книга биткоина. Ключевая идея заключается в том, что я не буду углубляться в технические детали, хотя предполагаю, что у всех здесь IQ не ниже 140. Так что вам не займет много времени, если вы еще не сделали этого, посмотреть на этот документ и изучить его. Но я бы сказал, что Нобелевская премия по экономике не может быть вручена анонимному человеку. Но если бы Сатоши Накамото был реальным человеком, это, безусловно, стало бы Нобелевской премией в области экономики, где экономика — это на самом деле изучение дефицита. Таким образом, что делает консенсус Накамото, так это синтезирует метод создания цифровой дефицитности без необходимости в центральном управлении для поддержания этой дефицитности. Таким образом, во всех наших национальных деньгах, в Европейском центральном банке, Федеральной резервной системе в Америке, это все централизованные органы, которые решают, что делать с денежной массой. Теперь теория, макроэкономическая теория, заключается в том, что денежная масса будет расширяться и сокращаться в соответствии с фактическим экономическим производством общества.
Итак, другими словами, если общество действительно продуктивно и производит много товаров, то это общество оправдано в инфляции денежной массы, потому что оно было продуктивным. Но проблема в том, что страны попадают в бедственное положение. Они влезают в долги, они обещают людям услуги, которые слишком дороги, а затем не могут за них заплатить. Они берут в долг. Проблема в том, что неэффективное управление приводит к тому, что этот хрупкий баланс между размером денежной массы и размером основной экономики выходит из равновесия. Так, почему же интересно иметь источник дефицита, который не требует Центрального комитета для принятия решений, как это происходит с деньгами? Это предлагает людям возможность отказаться от фиатной денежной системы. Это также создает своего рода давление на фиатные центральные банки, чтобы они, возможно, работали немного лучше. Возможно, в будущем у нас будет меньше финансовых кризисов. Возможно, у нас не будет еще одного финансового кризиса в стиле 2009 года. Итак, способ, которым консенсус Накамото это делает, тремя... Итак, на уровне счета. Другими словами, как так получается, что биткоин одного человека не путается с биткоином другого человека? Когда человек регистрируется для получения счета, биткоин, так сказать, на самом деле он просто выбирает число. Он просто выбирает число из 256-битного поля. Люди действительно плохо представляют себе огромные числа, но мы говорим о выборе числа между 0 и 10 в степени 77. То есть одно с 77 нулями после него, чтобы понять, насколько это велико. Представьте себе диаметр галактики Млечный Путь. Теперь представьте, что электроны выстроены рядом друг с другом. И я использую здесь только классический радиус электрона. По всему диаметру Млечного Пути у нас выстроены электроны, верно? Оказывается, этого недостаточно. Вам нужно взять один из этих электронов и увеличить его до размера галактики Млечный Путь, а затем запустить другой набор электронов. Верно. Тогда этого недостаточно. Вам нужно взять один из этих электронов, увеличить его до размера этого зала, а затем выстроить бактерии одну за другой. Это 10 в 77 степени. Вот насколько велико пространство случайного числа, которое вы выбираете. И именно поэтому для получения счета в биткоин не требуется заполнять какую-либо форму и запрашивать разрешение на открытие счета. Вы просто выбираете число, это ваш приватный ключ, и вам нужно как-то защищать его, потому что знание этого приватного ключа необходимо для того, чтобы потратить биткоин человека. Агрегированный уровень дефицитности, то есть как мы можем знать, сколько биткоинов существует в всей денежной системе, и как мы можем быть уверены, что это не будет испорчено. Ну, дефицит обеспечивается открытой сетью майнеров, которые на самом деле являются болтливыми бухгалтерами. И они получают вознаграждение за поведение, соответствующее установленным правилам консенсуса. Наконец, как мы знаем, кто отправил что кому. Что и фиксирует блокчейн? Блокчейн — это серия блоков. Каждый блок содержит транзакции. От кого этот человек отправил деньги? Кто что отправил кому и сколько, и каждый блок — это просто запись этого. Как мы можем быть уверены, что это не испортится со временем? Потому что, как мы все знаем, существует битовая порча, верно? Может произойти коррупция, могут быть какие-то, как... В базе данных происходит злоупотребление. База данных поддерживается, потому что каждый блок имеет небольшое поле данных, которое майнер может изменить. Это называется нонсом. И каждый майнер случайным образом изменяет нонс, чтобы хэш блока был меньше числа, называемого сложностью. Обычно, когда мы говорим о хэш-функциях, нам не важна фактическая величина хэш-функции. Нас интересует только то, чтобы хэш совпадал с другим хэшем. Например, если вы проверяете целостность файла, то вы берете хэш загруженного файла, сравниваете его с хэшем файла, который вы ищете, и сравниваете их. В данном случае нас на самом деле интересует число хэша, насколько оно маленькое или большое, и сложность.
это число, которому должен соответствовать каждый блок. Иными словами, хэш каждого блока должен быть меньше сложности. И вот как, чтобы сделать аналогию с реальным миром. Представьте, что у вас есть бухгалтерская книга, в которой каждая страница содержит записи транзакций за 10 минут. И вы хотите найти способ убедиться, что каждая страница действительно редка. Таким образом, один из способов сделать это — сказать, что масса каждой страницы этой бухгалтерской книги должна быть четным кратным 1 миллиону атомов, верно. Итак, каждый бухгалтер будет как бы касаться бумаги, тереть ее, стирать маленькие кусочки, потому что на этом уровне вы убираете или добавляете триллионы и триллионы атомов. Таким образом, это будет случайное число. Является ли ваш ответ? Является ли ваша страница на самом деле точным, кратным миллиону атомов? Верно, как только это будет найдено, это очень редкая страница. Это редкая страница, потому что она имеет точное, кратное 1 миллиону атомов. И поскольку теперь это цифровое представление, вы можете точно скопировать это, верно, теперь у вас есть цепочка блоков. Каждый из них имеет эту редкую характеристику. А блокчейн связывает их все вместе. Итак, о дефиците в биткоине и Monero. У обеих криптовалют есть оригинальная кодовая база. Существует множество проектов в криптовалюте, в которых биткоин просто был форкнут и немного изменен. С Monero это не так, он был написан с нуля. Используемые эллиптические кривые различны. Это форма технического хеджирования. В биткоине используется эллиптическая кривая SEC-PEET-56K1, в Monero EDD-19. Как я уже упоминал, как биткоин, так и Monero требуют закрытый ключ, поскольку для расходования криптовалюты необходимо знать число, и это число — закрытый ключ. Это верно как для биткоина, так и для Monero. Где мы начинаем отличаться, у Monero также есть так называемый открытый ключ. Открытый ключ — это еще один закрытый ключ, который является своего рода подмножеством ключа для расходов. Открытый ключ — это то, что необходимо для расшифровки транзакций в блокчейне, в которых вы лично участвуете. Таким образом, если у вас есть открытый ключ, вы можете видеть транзакции, вы участвовали в блокчейне, все остальное остается зашифрованным. Адресное пространство. Bitcoin 10.60, Monero 10.76. Таким образом, в Monero доступно больше адресов, что означает, что если вас беспокоит проблема дня рождения, то проблема дня рождения заключается в том, что если у вас есть группа из 30 человек, вероятность того, что двое из этих 30 имеют одинаковый день рождения, гораздо выше, чем вы могли бы ожидать. Таким образом, если вы распространите это на проблему выбора случайного числа и назовете его своим для аккаунта криптовалюты, у вас возникнет та же проблема. Как будто нет гарантии, что случайное число, которое вы выберете для своего криптовалютного аккаунта, не будет впоследствии выбрано мной, верно? Это проблема дня рождения. Проблема дня рождения меньше беспокоит, чем больше адресов существует. Таким образом, замедление эмиссии — это еще одно отличие между биткоином и Monero. В биткоине оно ступенчатое, слышали о халвинге, каждые 4 года. В биткоине количество биткоинов, которое вознаграждается майнером за нахождение блока в блокчейне, сокращается вдвое, что означает, что в календаре каждого майнера есть дата, обведенная красным, когда их доход будет сокращен вдвое, и это действительно вводит множество ненужных драм в майнинг. В Monero мы избегаем этого, имея постоянно уменьшающуюся эмиссию. Теперь еще одно отличие заключается в том, какова скорость эмиссии монет в далеком будущем. Таким образом, в биткоине вознаграждение за блок в конечном итоге становится нулевым. И они предполагают использовать комиссии за транзакции, чтобы компенсировать разницу в Monero. Беспокойство, что майнеры иметь стимул продолжать работать на систему. Таким образом, в Monero у нас есть то, что называется хвостовой эмиссией, которая составляет 0,6 Monero за блок. Это продолжается вечно, но эти деньги
По сути, эти будущие деньги используются для оплаты майнеров, чтобы они продолжали обеспечивать безопасность сети. Так какой же тогда уровень инфляции в далеком будущем? В биткоине можно сказать, что он точно равен нулю. В биткоине любят говорить, что будет создано всего 21 миллион биткоинов. И это простая вещь для понимания людьми. Но в Monero у нас есть постоянная линейная инфляция. Но не совсем правильно говорить, что это бесконечное предложение. Как часто утверждают, потому что если посмотреть на уровень инфляции в Monero, он асимптотически стремится к нулю. Если вы посмотрите на любую макроэкономическую теорию, то соответствующей переменной является уровень инфляции. Никому на самом деле не важно, какая номинальная сумма в США. Доллары увеличиваются на какие-то триллионы долларов в год. Важно то, какой процент. А в Monero этот процент уже низкий и будет продолжать снижаться. Некоторые кривые, показать, о чем я говорю, это кривые эмиссии предложения, показывающие, сколько монет каждого типа существует в зависимости от времени. Вы можете видеть, что Monero начал позже, и у него есть хвостовая эмиссия. Эта хвостовая эмиссия представляет собой постоянный линейный наклон. Причина этого наклона заключается в том, что новые монеты, которые эмитируются, вознаграждаются майнерам, которые помогают обеспечивать безопасность сети. В то время как у биткоина есть надвигающаяся проблема, связанная с тем, что эмиссия их монет приближается к отметке в 21 миллион. Она, по сути, будет стремиться к нулю. Существуют некоторые исследования, которые предполагают, что безопасность сети может оказаться под угрозой. В этот момент, что если мы возьмем первую производную этой кривой, мы смотрим на то, сколько больше предложения есть в этом году по сравнению с прошлым годом. Другими словами, каков уровень инфляции? Вот что вы видите. Я сравниваю несколько различных активов. Это уровень инфляции золота. Обычно мы не думаем о золоте как о инфляционном активе. Но, конечно, есть шахтеры, настоящие физические шахтеры, которые копают в земле и добывают золотые куски, чтобы добавить их к мировым запасам золота на поверхности. Таким образом, это составляет около 1.5% инфляции. В золоте в год, если вы рассматриваете золото как надежные деньги, то уровень инфляции в 1.5% будет своего рода чертой на песке. Как вы можете видеть, как биткоин, так и Monero. Эта пунктирная синяя линия показывает, где мы находимся сейчас. Мы подходим к очень интересному моменту в истории криптовалют, так как до сих пор происходило много эмиссии. Чтобы вывести эти монеты на рынок, вознаграждения за блоки были относительно высокими, но мы сейчас вступаем в новую эпоху дефицита, если вы посмотрите на это справа отсюда. На самом деле уровень инфляции Monero будет ниже, чем у биткоина в течение следующих 6 лет до 2025 года. Затем будет 4-летний период, когда они будут примерно одинаковыми. А начиная с 2029 года уровень инфляции биткоина снова опустится ниже уровня Monero. Но, тем не менее, это вызывает вопрос, как будут оплачены эти майнеры, чтобы их стимулировать, поддерживать сеть, поскольку это ключевая особенность консенсуса Накамото. Теоретически, все майнеры имеют стимул быть честными и не пытаться обмануть систему из-за своей жадности. Спасибо. Итак, существует форма нежелательной нехватки, и это оборудование для майнинга, и это является большой проблемой для Monero. В белой книге биткоина Накамото написал «один процессор, один голос», и эта идея заключается в том, что вознаграждение, которое получает майнер, должно быть пропорционально его усилиям. Оно должно быть пропорционально расходам, которые понес майнер в процессе майнинга. Иными словами, между расходами майнера и вознаграждением майнера должна быть идеальная линейная функция. Теперь, к сожалению, экономика масштаба в производстве кремния разрушила эту линейную зависимость. Итак, другими словами, если у вас есть около 25 миллионов долларов на новое производственное предприятие в Шэньчжэне, то вы можете производить свои собственные кремниевые чипы, которые делают только доказательства работы.
биткоина верно. Это ASIC, и они находятся в сети биткоина уже несколько лет. До такой степени, что на данный момент майнинг биткоина фактически представляет собой китайскую олигархию. Итак, это поднимает вопрос централизации. Верно, это не обязательно. Проблема в том, что весь майнинг сосредоточен в Китае. На самом деле, это больше проблема в том, что одна определенная область мира фактически контролирует всю хэш-мощность биткоина. В мире есть и другие новости, которые вызывают беспокойство. Например, растущая торговая война между Китаем и Западом. В прессе появилась статья, в которой говорится, что китайское правительство недавно постановило, что только китайское компьютерное оборудование будет использоваться в государственных учреждениях, начиная примерно через год. Существует крайний срок, до которого все Dell'ы и американские компании должны будут покинуть рынок. Такое же может произойти и с Bitcoin ASIC, произведенными в Китае. Мы как бы принимаем как должное свободное движение товаров в мире, но что произойдет, если не только одна часть мира контролирует производство всей криптохэш мощности, но и не сможет даже экспортировать ее из-за торговой войны? Итак, в Monero мы попытались серьезно отнестись к вопросу централизации. Итак, мы внесли некоторые изменения в алгоритм доказательства работы, чтобы поддержать маленького майнера. То есть, когда биткоин только начинал, обычный человек, запустивший клиент биткоина на своем компьютере, действительно имел шанс получить вознаграждение за майнинг. Те времена давно прошли, потому что сейчас хэш-мощность контролируется этими огромными фермами ASIC. Так что для любого мелкого игрока просто безнадежно пытаться майнить биткоин в Monero, мы пытаемся это изменить. Таким образом, алгоритм доказательства работы был изменен несколько раз. И теперь, начиная с прошлого месяца, алгоритм доказательства работы в Monero — это RandomX, который фактически использует все возможности процессора для выполнения доказательства работы. В основном выполняется случайная программа. Каждому ядру процессора необходимо 2 гигабайта оперативной памяти для нормальной работы. Таким образом, это BET было дизайнерское решение, принятое для того, чтобы усложнить ботнетом контроль над сетью. Потому что если ваш компьютер заражен ботнетом и 14 из 16 гигабайт вашей оперативной памяти используются, вы, вероятно, это заметите. Таким образом, это было преднамеренное решение в дизайне RandomX использовать высокое требуемое количество оперативной памяти. Для обработки существует еще один источник нехватки, который не обязательно является желательным в блокчейне, а именно доступ к первому уровню ограничения биткоина в 1 мегаблок стало причиной форка проекта. В биткоине фактически была гражданская война. По поводу того, допустимо ли оставлять блоки на этом лимите в 1 мегабайт, она продолжается и по сей день. Это все еще священная война. И это то, чего Monero удалось избежать до сих пор. Его решение заключается в использовании адаптивного размера блока, при котором максимальный размер блока Monero является гибким и может органически увеличиваться или уменьшаться в зависимости от спроса. S, конечно, положениями, которые предотвращают. Манипуляции с системой. Идет постоянное исследование по уменьшению размера транзакций. Недавно были внедрены bulletproof'ы, которые уменьшили размеры транзакций в 10 раз. И за одну ночь комиссии за транзакции с Monero снизились в 10 раз, потому что комиссия за транзакцию основана на размере транзакции в килобайтах. Этому ребенку всего одна секунда. Здесь, в родильном зале госпиталя Маунт-Синай в Нью-Йорке, он только что выиграл свою первую битву. Битву за жизнь. Его родители разрешили нашим камерам снять его рождение. Его отпечатки ног сделаны для идентификации. Ему еще нет и минуты, и это его первая запись.
Его суд начался. Когда этот ребенок станет молодым человеком, отмечающим свое 17-летие, год будет 1974. Будет ли его 1974 миром, который предсказал Джордж Оруэлл? Миром, лишенным приватности? Миром, наблюдаемым большим братом? Или у этого ребенка будет то, что судья Брандейс в начале века назвал нашим неотъемлемым правом? Правом наслаждаться жизнью, правом на приватность. Биткоин прозрачен. Если вы новичок в криптовалюте, у вас может показаться, что вы анонимны, имея биткоин. Это волшебный интернет-деньги, о которой вы, возможно, слышали. Ничто не может быть дальше от правды. Популярная пресса продолжает продвигать этот, вводящий в заблуждение, нарратив. Биткоин полностью прозрачен. И если вы прочитаете белую книгу по биткоину, там все это указано. Указано, что отправитель – получатель. И сумма, которая была отправлена, записывается в открытом виде и фиксируется в блокчейне, который, благодаря всем этим доказательствам работы. Помните, что я говорил о каждой транзакции в блоке, которая имеет хэш, что делает ее очень редким и уникальным набором данных. Это же умножение на миллион атомов, верно? В общем, эти прозрачные детали записываются и вечно выгравированы в этом блокчейне. От этого не уйти. Полностью несовместимо, например, с европейским законом о приватности GDPR, который имеет право на забвение, что совершенно отсутствует в биткоине. Как только транзакция попадает в блокчейн биткоина, она остается там, она там навсегда. И единственное, что не является полностью прозрачным, это то, что адрес биткоина – это просто 16-ричная строка. Верно? Или эта строка, я имею в виду, если разобраться, все это 16-ричная строка. Но адрес биткоина – это последовательность букв и цифр, которая выглядит анонимно, но как только это связывается с вашим именем и лицом. Это ассоциация, эти метаданные, этот союз между номером счета биткоина и вашей личностью не изменится. Так что, поскольку блокчейн навсегда запечатлен в камне и постоянно растет работа людей, пытающихся идентифицировать и разоблачить всех, сводится к ожиданию. У вас есть этот блокчейн. Каждый день вы получаете какую-то маленькую информацию. О, вы знаете, Джо из Лейпцига, он, знаете, зарегистрировался на бирже, верно. Таким образом, теперь их идентификационная информация связана с этим. В общем, эти метаданные продолжают накапливаться в этой блокчейн-системе, пока не возникнет ситуация, которая хуже, чем в случае с фиатными деньгами. Когда у вас есть банковский счет в фиатной валюте, вы не ожидаете, что ваш банк будет вывешивать вашу ежемесячную выписку на доске объявлений у входа в банк, чтобы все могли ее увидеть. Правда, но именно такая ситуация и с биткоином. И это не только люди из вашего района могут это видеть. Это все, все в мире могут видеть, кто кому что отправил. И когда... К сожалению, это приводит к тому, что у биткоинов есть своя история, верно? Так что помните, что в биткоине каждый существующий биткоин изначально появился как вознаграждение, которое получал майнер. Как только майнер получает этот биткоин и затем тратит его, он начинает циркулировать в экономике биткоина, верно? Но поскольку блокчейн прозрачен, он полностью виден. Вся история каждого отдельного биткоина, который сейчас существует, может быть прослежена. До этого человека, того человека, этого человека, вплоть до момента, когда он был добыт. Представьте, что у вас есть банкнота в 10 евро. И на обратной стороне этой банкноты вы видите красивый список, показывающий всех, кто владел ею до вас, верно? Какие могут быть негативные последствия этого? Как насчет того, что невинные люди будут ложным образом обвинены? Потому что они получили деньги от кого-то, кто, не зная об этом, был вовлечен в что-то нехорошее, верно? Это происходит в биткоине. В биткоине существует репутация, которая передается вместе с ценностью, и это то, что глубоко тревожит в наличии этого, и я называю это монетой наблюдения. В
контексте монеты наблюдения передается не только ценность, но и репутация, что означает, что если вы принимаете деньги от кого-то, вы также принимаете их жизнь, как их жизненную историю. Это приходит к вам тоже. Это не просто ценность. В отличие от этого, Monero является взаимозаменяемой криптовалютой. Взаимозаменяемость означает, что каждая единица валюты неотличима от других единиц. Итак, если у меня есть 10 Monero, у тебя есть 10 Monero, и затем мы оба обмениваем эти 10 Monero с другими людьми. Они по-прежнему выглядят как 10 Monero, истории нет. Это работает точно так же, как наличные деньги, да. Это работает так, как вы бы ожидали, что должны работать наличные. И это достигается за счет добавления трех технологий к тому, что делает биткоин для сохранения конфиденциальности. Одна из них – кольцевые подписи. Таким образом, в кольцевых подписях отправитель средств выстраивается в ряд вместе с 10 другими отправителями средств. И единственное, что вы знаете о той транзакции, это то, что один из этих 11 человек отправил деньги. Так что это как будто. Каждый раз, когда вы тратите деньги, у вас есть 10 друзей или 10 случайных людей, 10 приманок. И все, что вы знаете криптографически, то, что один из 11 из вас отправил деньги, это защищает личность отправителя. А как насчет идентичности получателя? Что ж, аккаунт получателя в Monero не отображается незашифрованным на блокчейне Monero. Таким образом, адрес одноразового использования – это то, что записывается в блокчейн. Это защищает конфиденциальность получателя. А как насчет суммы, которая отправляется? Потому что существуют атаки, которые можно осуществить, зная, как бы наблюдая за вашей схемой расходов. Это связано с технологией Ring City, которая изначально была разработана для биткоина, но на самом деле впервые была реализована в Monero. Ring City означает конфиденциальные транзакции, и все эти элементы в совокупности обеспечивают взаимозаменяемость Monero. Конечный результат — это в Monero монеты неотличимы друг от друга, у них нет памяти. У них нет памяти о том, где они были, что на самом деле и нужно в деньгах, потому что противоположное, если у вас есть деньги с идеальной памятью. Как это происходит с биткоином? К сожалению, используется для ложной ассоциации действий людей, которые не имели ничего общего друг с другом. Monero – взаимозаменяемая криптовалюта. Пользователи получают конфиденциальность. Таким образом, блокчейн Monero является публичным, как и биткоин. Существует общедоступный реестр того, кто что кому отправил, к которому может получить доступ каждый в мире. Вам нужно всего лишь скачать программное обеспечение Monero, и вы тоже сможете получить копию этого реестра, который содержит полную историю того, кто что кому отправил. Разница в том, что в Monero детали этого. Блокчейны зашифрованы, верно. Таким образом, если вы просто на это посмотрите, вы увидите зашифрованный мусор. Вы не можете сделать то, что можете сделать с биткоином, то есть ввести чей-то адрес биткоина и сразу увидеть, сколько у них денег, верно. Я представляю интересы клиентов с высоким уровнем благосостояния и институциональных инвесторов. Такая функция – решающий фактор, как никто из богатых людей не хочет, чтобы кто-либо в мире мог ввести их банковский счет и мгновенно увидеть, сколько у них денег, или мгновенно узнать, когда они переводят деньги или получают их. Как и в блокчейне биткоина, вы можете настроить небольшого автоматизированного робота, который будет следить за блокчейном за вас и отправлять вам уведомления на ваш мобильный телефон. Всякий раз, когда транзакция поступает или уходит с любого адреса биткоина, который вы выберете, верно? Этот вид повседневного наблюдения, это приглашение быть навязчивым по отношению к своему соседу, является чем-то, что неотъемлемо связано с биткоином. И чем глубже это проникает в общество, тем более коварным оно становится, тем большей угрозой оно является для нашей конфиденциальности. Так что клевета заключается в том, что окей, у вас есть эти деньги, у которых нет истории. Звучит так, будто только преступники захотят их использовать. Это клевета. Мне уже надоело это слышать.
Монеро приносит пользу людям, которым нечего скрывать. Таким образом, главное преимущество заключается в том, что с деньгами, которые не имеют памяти, нет необходимости беспокоиться о ложных обвинениях, проступках из-за того, что вы находитесь всего в одном шаге от так называемого плохого человека. По сути, когда вы принимаете монету под наблюдением, вы принимаете риск того, что кто-то сомнительный отправит вам что-то. Например, предположим, что у вас есть бизнес, вы продаете наклейки или футболки, или что-то очень невинное, верно? И вы решаете, что будете принимать биткоин для своего бизнеса, верно? Не подозревая об этом, вы получаете заказ на футболку от, знаете, гангстера или, знаете, какого-то наркоторговца или кого-то в этом роде. Типа, ты даже не догадывался, что они наркоторговцы, они просто отправляют тебе биткоина за продажу футболок, и так ты зарабатываешь деньги. Вам нужно получить деньги от людей. Но поскольку люди, следящие за блокчейном и связывающие лица и имена с адресами в блокчейне, этого не знают, они могут попытаться запрограммировать это. Но в конечном итоге это вероятностная оценка того, действительно ли этот плохой человек связан с вами. Итак, единственный способ, которым кто-то узнает, что его укусили, это когда, о, боже, Coinbase только что прислал мне электронное письмо, и мой аккаунт закрыт, или даже фиатный банк, с которым я связал свою криптобиржу, теперь считает, что во мне есть что-то подозрительное. Теперь мой фиатный банк заморозил мои средства по какой-то причине. И это не имело ничего общего с тем, что сделал упомянутый человек. Дело в том, что сами деньги имеют этот фатальный недостаток. У них есть история. Это не совсем деньги. Это как? Это как Beanie Babies. Это как коллекционные вещи. Это похоже на коллекционные предметы с собственным серийным номером, которые передаются экономике. Это не настоящие деньги. Хорошо, я хочу уйти с идеей, удостоенной Нобелевской премии. Я обнаружил, что не так много людей слышали об этой статье. Джордж Акерлоф получил Нобелевскую премию по экономике за свою работу по асимметричной информации на рынках. Есть ли здесь кто-то, кто хорошо знает эту статью? Хорошо, ладно. Отлично, я объясню это кратко. Существует два типа подержанных автомобилей, верно? Есть лимоны, которые представляют собой плохие подержанные автомобили, верно? Вы их покупаете, а потом они сразу ломаются. Это и есть лимоны. Другой вид подержанного автомобиля – это персик. Это хорошие машины. Владельцы персиков сделали все обслуживание, поменяли масло и всю работу, чтобы убедиться, что у них есть хорошая машина для продажи, верно? Продавцы не знают, продают ли они лимон или персик. Продавец это знает. Если вы продаете лимон, вы это знаете, и просто пытаетесь заработать на продаже лимона. Если у вас персик, вы это знаете, потому что вы ухаживали за этой машиной. Однако покупатель автомобиля не осведомлен, потому что как продавцы лимонов, так и продавцы персиков делают все возможное, чтобы покраска автомобиля была особенно блестящей. Поэтому все автомобили выглядят одинаково для покупателя. Таким образом, покупатель понимает, что он уязвим в этой ситуации. Покупатель знает, что он может получить лимон, верно? Поскольку покупатель не осведомлен, но не полностью не осведомлен, он на самом деле осознает свое собственное невежество. Из-за этого покупатель затем корректирует свою цену предложения, чтобы она была немного ниже, чем цена персика. Цена предложения на машину будет не совсем такой, как здесь, а немного ниже, верно? Что происходит тогда, если вы продаете лимон и видите, что за автомобили предлагают довольно высокую цену? Вы счастливы, верно? Потому что ваш лимон, который стоит такую низкую цену, может продаваться за такую сумму. Так что продавцы лимонов счастливы. Есть еще больше дураков, готовых купить их лимоны, верно? А как насчет продавцов персиков? Продавцы персиков потрудился на хороший автомобиль на продажу. И теперь они видят эту цену предложения, которая ниже цены персиков. Они разочарованы и слегка обижены, верно? Потому что вся работа, которую они проделали, вся хорошая работа, которую они сделали, чтобы поддерживать этот автомобиль в хорошем состоянии, и они следовали всем правилам с их автомобилем, это хорошее поведение не вознаграждается в виде высокой цены от покупателя, верно? Таким образом, продавцы персиков разочаровываются и покидают рынок. В результате
продавцы персиков уходят. Теперь покупатели понимают, что их шансы купить лимон только что возросли. Цена, предлагаемая, снижается. У вас возникает гонка к дну. Цена предложения продолжает снижаться. Все хорошие продавцы покидают рынок, потому что они не получают справедливую компенсацию за проделанную работу. Как это связано с криптовалютой? Монеты под наблюдением, которые имеют полный учет и полную историю того, кто ими владел, являются подержанными автомобилями криптовалюты. Поэтому, когда вы покупаете биткоин у кого-то и не знаете историю этого биткоина, вы находитесь в ситуации покупателя подержанного автомобиля. Вы не знаете, если вы примете этот биткоин, будет ли все в порядке. Или меня ложно обвинят в том, кто знает, в чем, кто знает, какое преступление могло быть совершено с человеком, который раньше владел этим биткоином. Вы не знаете, произойдет ли это с вами, так что, как получатель биткоина, вы находитесь в положении покупателя подержанного автомобиля, верно? В данной статье то, что идентифицируется как средство избежать этой гонки на дно, это сигнал. Так что на автомобильном рынке, например, в Европе, вероятно, есть что-то подобное, где вы можете ввести серийный номер, ВИН, номер автомобиля, и затем получить отчет о всех. Вы можете увидеть, был ли он в аварии. Это не существует в Европе. Хорошо, хорошо. Итак, бизнес-идея для кого-то, она существует в Соединенных Штатах, называется Carfax. Вы вводите серийный номер автомобиля, и вся его история появляется. Эта информация может уравнять шансы между покупателями и продавцами автомобилей, верно? Это также происходит на рынке труда. Образование – это аналогичная ситуация. Если вы начальник и нанимаете работника, у вас есть 100 работников, которые подают заявки на работу. Все они выглядят одинаково для вас, потому что это как все начинают выглядеть одинаково, как все резюме со временем выглядят одинаково, верно? Так как же продавцы своей рабочей силы собираются выделяться? У них будет сигнал. Так что образование является сигналом, как и информация на рынке. Подержанных автомобилей, верно? В общем, продавцы труда берут на себя ответственность за получение образовательных кредитов, чтобы сигнализировать покупателю труда, что их труд будет стоить больше, верно? К сожалению, происходит так, что продавцы образования это понимают и начинают просто продавать образование, потому что знают, что люди, приходящие за образованием, просто хотят получить сигнал о трудоустройстве. И таким образом истинная цель образования теряется. Таким образом, это происходит и в случае невзаимозаменяемых криптовалют. В настоящее время любой, кто регистрируется на централизованной бирже, вынужден делать всевозможные уничижительные вещи. Держите фотографию вашего ID. Сделайте небольшую записку от руки. Мое имя. Вам в основном нужно предоставить все эти вещи, чтобы вас признали достаточно достойным. Для участия в этой криптовалютной экономике так, что это тоже является сигналом в этом смысле. Но что интересно, так это то, что в криптовалюте в настоящее время обмены несут бремя должной осмотрительности по отношению к своим клиентам. Верно? Так что это расходы для обменов, чтобы проверять всех этих людей. Возможно, в будущем, как и на рынке образования, и на рынке автомобилей, именно продавцам придется все больше проходить через препятствия, чтобы доказать свою ценность. В этой системе... Итак, чтобы сделать шаг назад, я рассмотрел дефицит в биткоине и Monero, а также рассмотрел взаимозаменяемость и конфиденциальность в биткоине и Monero. Если мы отступим, на шаг назад я могу выделить то, что, на мой взгляд, является причиной, по которой криптовалюта не исчезнет и останется с нами. Теперь у нас есть интернет, у нас есть мобильная связь, у каждого здесь есть хотя бы одно устройство, которая отлично справляется с копированием пакетов, верно? Вот что такое мобильные телефоны. Они просто копируют пакеты. Когда вы загружаете свою электронную почту, вы копируете пакеты с почтового сервера на свой телефон, чтобы проверить, верно? Мы стали исключительно эффективными в копировании единиц и нулей по всему миру, предельные. Затраты на перемещение этих битов равны нулю. Так что же редкого в этом мире? Что редкого в мире, где каждый человек на Земле, по сути, имеет возможность
копировать единицы и нули где угодно, в мире бесплатно. Ну, это будет цифровая дефицитность. И цифровая конфиденциальность. Цифровая дефицитность в том смысле, что существует последовательность единиц и нулей, которую знаете только вы, что и является криптовалютой, это и есть приватный ключ. И приватность, в которой у вас есть последовательность единиц и нулей, также такая, которую знаете только вы и которую не делились со всеми, как вы поделились содержимым своего обеда на Facebook с целым миром и другими деталями своей жизни, которые в основном копируются повсюду. Это две вещи, которые будут дефицитом в будущем. Цифровой дефицит и цифровая конфиденциальность. Криптовалюты предлагают как безопасность, так и анонимность. Monero дает оба преимущества – конфиденциальность. Таким образом, ценности денег, которые мы используем каждый день, являются ценностями, установленными правительством. Бумажные купюры и даже монеты на самом деле не стоят тех сумм, которые они представляют. Однако их номинальная стоимость гарантируется не только огромными запасами золота и серебра, но и стабильностью правительства, которое установило эти значения, пока люди уверены в том, что наше правительство сильное и безопасное. Они будут продолжать свободно принимать и тратить его деньги, не ставя под сомнение их ценность. Итак, в прошлом, когда у нас была фиатная валюта, ваша национальность в основном определяла, к какому сообществу вы принадлежите в контексте денег. Если вы родились в еврозоне, то вы используете евро. Типа я родился американцем, поэтому я использую доллар США. Это как бы передается тебе с рождения, как случайность от того, где ты родился. Теперь с криптовалютами, поскольку система бухгалтерского учета представляет собой децентрализованную сеть компьютеров, которая может быть всемирной, эта идея ассоциации теперь стала более гибкой, она более открыта. Это действительно похоже. На реформу церкви, как и другой известный немец Мартин Лютер, как тот, кто освободил теологию от централизованного контроля католической церкви и тем самым освободил возможность для людей выбирать, как им поклоняться. Подобное стало возможным благодаря консенсусу Накамото, которому сейчас 11 лет и 1 месяц. Теперь каждый из нас может выбрать группу, выбрать свою церковь, выбрать что-то свое, хотя это не совсем правильно, но я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Вы можете выбрать свою собственную группу людей, которые согласны с определенными характеристиками, которые они хотят, чтобы их деньги имели, и вы свободны ассоциироваться с каждой из этих групп. Итак, биткоин — это одна такая группа. Это одна такая группа, которой, похоже, не слишком беспокоит тот факт, что валюта имеет это идеальное знание истории для каждой отдельной монеты, которая существует. И это большая ассоциация людей, все из которых разделяют убеждение, что токен, который они отслеживают в своем блокчейне, является деньгами, верно? Таким образом, существует аналогичная форма формирования сообществ, которая происходит с криптовалютами. Я хотел бы поделиться некоторыми своими наблюдениями о сообществе Monero. Кстати, я здесь на добровольных началах. Я заплатил свои собственные деньги, чтобы приехать сюда из Бостона и поделиться с вами своим пониманием текущего состояния криптовалюты. Monero, по сути, работает как благотворительная организация. За ней нет компании, нет предварительного майнинга, нет мошеннических способов, чтобы люди разбогатели. Все существующее Monero было в прошлом передано майнеру, который выполнял учетные работы для поддержки сети. Так же, как и в биткоине. Таким образом, как биткоин, так и Monero имеют положительный аспект в том, что нет центральной компании, которая управляет процессами с целью получения прибыли. Нет, это совершенно. Открытый исходный код, майнинг на основе grassroots. Просто обычные повседневные люди выбирают запускать программное обеспечение для пиринговой сети на своем компьютере и присоединяться к этому сообществу, которое разделяет общую идею о том, каким должно быть деньги.
Сообщество Монеро, я считаю его идеалистичным, научным и в то же время очень гостеприимным. Здесь очень расслаблено. В некоторых других монетах много альфа-гиков, которые активно проявляют себя в Твиттере и хотят, чтобы все знали, что они самые крутые гики. Такого рода вещи, освежающие, отсутствуют в Монеро. Здесь очень расслаблено, а это одна из вещей, которые мне нравятся в этой атмосфере на C3. Здесь очень расслаблено. Здесь много людей, которые просто отдыхают. И такая общая, расслабленная атмосфера — это то, что я лично наблюдал на встречах Монеро, на которых я был. В лаборатории исследований Монеро у нас есть штатные кандидаты наук, которые занимаются исключительно криптографическими исследованиями. Существует своего рода цепочка исследований, в которой чистая наука проводится в лаборатории исследований Монеро. Затем тестируются реализации многообещающей идеи, после чего проходит процесс аудита, в котором мы фактически привлекаем внешних аудиторов для проверки реализации кода. Как только они, знаете, будут готовы, мы переходим к выпуску. В общем, существует эта цепочка технологий от науки до инженерии, которая реализуется в фактическом выпуске программного обеспечения ядра Монеро. База данных LMDB является еще одним интересным примером того, насколько далеко продвинулся Монеро. В первые дни существования Монеро вся блокчейн-сеть хранилась в оперативной памяти. Если вы можете в это поверить, это накладывает жесткое ограничение на то, насколько большой может быть ваш блокчейн, если он должен помещаться в оперативной памяти база данных LMDB, которая была задумана Говардом Чу, одним из самых частых участников и своего рода гуру открытого программного обеспечения Linux, была добавлена в Monero. Monero на самом деле занимает третье место по усилиям разработчиков. Если ранжировать пак монеты не по рыночной капитализации, а по фактическим усилиям разработчиков, то на первом месте биткоин, затем эфириум, а потом Monero. Оказывается, что, на мой взгляд, убийственным приложением консенсуса Накамото являются деньги, потому что у вас есть реестр дефицита, который делится. И что может быть более естественным для общего представления о дефиците, чем деньги. Но оказывается, что правильно разобраться с деньгами не так просто. Это нужно обдумать, как, например, следует ли у денег быть полной историей за ними, или они должны быть взаимозаменяемыми. Такая базовая идея, такое основное инженерное решение должно быть принято на раннем этапе, потому что технологии, необходимые для внедрения фунгибельности в Monero, являются весьма нетривиальными. Monero существует уже 6 лет и добился значительных улучшений в этом направлении. И с учетом того, как устроен социальный контракт, я просто не вижу, как это может произойти с биткоином. Это волонтерские рабочие группы для общественного outreach. И, как я уже говорил, все финансирования для поддержки всего этого полностью на 100% осуществляется путем сбора пожертвований от доброты людей. И люди в сообществе Monero делают это. Они действительно выходят на передний план и выполняют эти задачи. Но если вы посмотрите на годовой бюджет, если бы Monero была компанией, а она не является таковой, но если бы Monero была компанией, и вы посмотрели на ее операционный бюджет, вы были бы поражены тем, насколько он крошечный, насколько он мал. И это потому, что в этом проекте работают идеалистичные, увлеченные люди в истинном духе открытого кода. Часто в свое свободное время. Итак, чтобы и подвести итог, Monero — это то, что новички в биткоине думают, что они купили. Итак, я немного сменю тему. Как я уже упоминал, одной из моих работ до того, как я полностью погрузился в криптовалюту, была должность руководителя исследований в хедж-фонде. И поэтому возникает вопрос о том, как рассматривать криптовалюту, как инвестицию. И, конечно, из-за этих впечатляющих приростов в цене биткоина о нем много говорят. Одно положительное качество культуры Monero заключается в том, что она в целом говорит о ценах и доходности, и о том, как цена взлетает до Луны. Я надеюсь, что у меня есть.
некоторый опыт в академических финансах. Есть статья, которую я соавторствовал, о влиянии ликвидности на цены активов, которая выиграла премию за статью года в области прикладных финансов, и это в сочетании с Нобелевской премией, о которой я только что объяснил. Надеюсь, я смогу придать обсуждению финансов и экономики достаточно респектабельный академический вид, чтобы это было прощено сообществом Монеро. Но факт в том, что этот проект привлечет инвесторов, он привлечет холдеров. Это социоэкономическая защита. Существует множество инвестиционных возможностей, есть много ETF. Если вы считаете, что компании должны быть экологически устойчивыми и что их корпоративные советы должны иметь официальные политики, которые требуют устойчивости в том или ином смысле, существуют ETF, которые будут инвестировать только в такие компании. Верно? Таким образом, возможно быть, по сути, идеологическим инвестором. Так что если вам действительно важна устойчивость, то для вас есть инвестиция, а верно, если, например, говорить об исламских финансах, то они не согласны с идеей уплаты процентов по займам. Итак, у вас есть еще одна подкатегория исламских финансов – инвестиции, которые не предполагают и уплату процентов по займам. Монеро, если смотреть на него с аналогичной точки зрения, в основном является идеальной защитой для людей, обладающих двумя характеристиками. Одной из причин в том, что они боятся неэффективного управления и коррупции центральных банков, управляющих фиатными деньгами. И, во-вторых, они глубоко обеспокоены состоянием капитала наблюдения, в котором все о нас записывается все время и остается навсегда. И у нас есть мало или совсем нет контроля над этим. Это делается во имя безопасности. Но, к сожалению, если вы зайдете слишком далеко, вы перестанете быть открытым и свободным обществом. Существуют причины, по которым мы на Западе ограничили полномочия правительства, и это связано с осознанием того, что происходит, когда нет ограничений на полномочия правительства. Таким образом, проект вроде Monero является защитой. Это, по сути, способ вложить деньги в то, во что ты веришь. Для людей, у которых есть сильные чувства по этим двум вопросам, это просто привлечет инвесторов, закон Гришема. Это экономическая концепция, согласно которой лучшая форма денег накапливается. Таким образом, люди сохраняют лучший вид денег, а худший вид денег они будут использовать для покупок, верно, но хорошие они будут держать при себе. Это закон Гришема. Что касается Monero, то это часто происходит. Многие люди, которые были в Monero, раньше использовали биткоин, но теперь, когда они имеют дело с биткоином, их головы переполнены беспокойствами о прослеживаемости и так далее. Поэтому приятно обратиться к Monero, где не нужно беспокоиться об этом, потому что валюта действительно является взаимозаменяемой. Он заменяемый лучшей формой денег накапливается. В соответствии с законом Гришема, это еще одна тенденция, которая приведет к тому, что люди захотят хранить Monero и тратить другие валюты, также налоги на прирост капитала. В Америке и, думаю, в Германии, если вы держите актив более года в Германии, вам не нужно платить налоги на прирост. Это то, что я читал. Так ли это в Германии? В общем, налоговое законодательство способствует внимательному отношению к тем криптовалютным проектам, которые являются надежными и имеют реальную причину для существования. Это также привлечет инвестиционные средства в Monero. Вопрос в том, могут ли эти новые инвесторы интегрироваться в сообщество. И часть того, что я делаю как консультант, заключается в том, чтобы соединить эти миры. Я пытаюсь объяснить этим новым инвесторам, чья склонность может заключаться в желании поговорить с менеджером Monero и обсудить график выпуска, и они хотят, чтобы это. И эта функция была встроена в следующую версию. Знаете, в общем, вся эта ментальность. Я владею некоторыми токенами, следовательно, я ваш клиент, и вы должны делать то, что я говорю, что, конечно, полностью проваливается в любом проекте с открытым исходным кодом. Так изменения. В Linux не происходят. Никто не идет к Linux и не ставит ультиматумы о том, что они хотят увидеть в следующем релизе.
В общем, одно из того, что я делаю, это попытка соединить эти миры традиционного инвестиционного мира и мира открытого исходного кода криптовалют, который окружает нас здесь. Таким образом, я предполагаю, что инвесторы сообщества являются своего рода подмножеством инвесторов, которые могут быть ценными членами сообщества, вместо того, чтобы чувствовать себя вправе и думать, что они клиенты, они примут позицию, что помогают нести финансовый риск от имени проекта. Они будут делать такие вещи, как хранить свои монеты самостоятельно и не оставлять их на бирже, как это делает много людей. Многие оставляют свои криптовалюты на биржах, затем биржа подвергается взлому, и они теряют свои деньги. Если деньги на бирже без вашего приватного ключа, это не ваша криптовалюта. Это долговая расписка на криптовалюту. Это не ваша криптовалюта. И есть своего рода список аспектов, которые, как я считаю, подходят для того, чтобы инвестор в сообществе стал надежным членом сообщества Monero. Также важно убедиться, что существуют надлежащие юридические структуры вокруг владения криптовалютой. Таким образом, одной из подсистем традиционного финансового мира, которую я помог связать с криптовалютой, является система трастов. В системе статутного права, как в Германии, вся концепция траста может показаться немного чуждой, поскольку она происходит из английского общего права. Но идея заключается в том, что траст является юридическим лицом. Это юридический вопрос, это похоже на компанию, но это другая категория юридической структуры. Траст — это своего рода хранилище для средств, которые даритель хочет передать бенефициарам, но не сразу. В основном в этом процессе участвуют три человека. Есть грантодатель, который обладает богатством и хочет передать его бенефициарам, но не просто так. Он хочет, чтобы деньги поступили в траст. Таким образом, учредитель будет работать над созданием правил траста, а затем передаст имущество в траст. В документе, который определяет траст, есть список бенефициаров, которые могут получить выгоду от имущества. А затем у вас есть третья сторона – трастовый управляющий. Трастовый управляющий владеет активами, переданными в траст, но юридический владелец имеет условия. Юридический владелец не может делать с имуществом все, что хочет. Им нужно следовать инструкциям, которые содержатся в документе о трасте. Таким образом, это то, что люди в криптосообществе могли бы считать смарт-контрактом. Это своего рода оригинальный, старомодный юридический контракт. Если вы осторожно подойдете к выбору юрисдикций для различных участников траста, можно получить преимущества, которые сильно зависят от юрисдикции. И для меня совершенно невозможно это как-то объяснить из-за сложности этого, но возможные. Преимущества – это юридическое снижение налогов, защита от судебных исков, другими словами, таким образом – если деньги находятся в трасте, это уже не деньги дарителя. Это уже не деньги владельца богатства. Это деньги траста. Поэтому, если кто-то подает в суд на владельца богатства, богатство исчезает. Оно больше не принадлежит им. Оно принадлежит трасту. Существуют также законы о трастах, которые защищают эти деньги от судебных исков. Так что большинство людей думают, ну вы знаете кто, я нахожусь в низком риске, я хороший парень, я никому не причиняю вреда, никто не будет меня судить. Но одно очевидное исключение из этого – развод. Таким образом, люди регулярно становятся жертвами ограблений со стороны тех, с кем они недавно поженились. И оказывается, что безвозвратные трасты, созданные до брака, нужно делать до этого, иначе они не будут иметь значения. Но это одно из немногих вещей, которые могут пережить, скажем так, вызов, верно? И также юридически улучшенная конфиденциальность. Таким образом, в зависимости от юрисдикции, в которой вы создаете траст, вы можете получить выгоду от улучшенной конфиденциальности, защищающей эти активы. На самом деле, это актуально для людей, которые не являются американцами. Вы можете быть в курсе или не быть, но существует своего рода выражение в области планирования наследства и управления состоянием, что Америка – это новая Швейцария.
И это связано с тем, что в Америке существуют асимметричные законы. В Америке есть закон под названием «Закон о налоговом соблюдении иностранных счетов», который был введен Обамой и требует от мировых финансовых учреждений отправлять данные о американцах обратно в налоговую службу США. Вот почему американцу почти невозможно открыть банковский счет в Германии. Потому что немецкий банковский счет будет иметь множество обременительных требований по отчетности перед налоговой службой США для работы с этим американским клиентом. Правильно. Поэтому американцы сталкиваются с большими трудностями, когда они уезжают за границу для работы. В ответ на это. Другие страны мира разработали то, что называется CRS, то есть общий стандарт отчетности. Идея такая же, как и в Германии. Вы знаете, например, одно европейское правительство хочет убедиться, что его граждане не пытаются скрыть деньги в Австралии, верно? Итак, они подписали такое соглашение, чтобы все эти страны могли обмениваться финансовой информацией друг с другом, чтобы убедиться, что никто не уклоняется от уплаты налогов, верно? В основном есть множество стран, которые подписали этот CRS, но Америка не одна из них. Таким образом, существует асимметрия для граждан США, которые ведут дела за границей, например, законный бизнес за границей. Вся эта информация отправляется обратно в налоговую службу США, но для лица, не являющегося гражданином США, которое организует финансовые дела в США, нет обязательства для США отправлять информацию обратно в страну происхождения. Поэтому и говорят, что Америка – это новая Швейцария. Два маленьких молнии вибрируют на поверхности воды. Каждая молния создает свои собственные правила, а две группы вентиляционных отверстий находятся над ними. Теперь диперы находятся вне фазы. Они вибрируют в противофазе и создают другой узор. В фазе они создают узор, похожий на этот. Немного паттерн выглядит так. Хорошо, это довольно сложный вопрос, но он показывает степень, в которой месячные колебания Монеро по сравнению с месячными колебаниями биткоина, а также месячными колебаниями американского фондового рынка, американского рынка облигаций и золота, верно. Итак, каждый, например, этот квадрат здесь показывает пересечение Монеро и биткоина, верно. На этой оси вы видите доходность Монеро. На этой оси вы видите доходность биткоина. Вы можете заметить, что в месяцы, когда Монеро показывает хорошие результаты, биткоин также, как правило, показывает хорошие результаты. Таким образом, вы видите этот типичный паттерн, эту корреляцию здесь. Вы также можете заметить, что есть несколько действительно экстремальных месяцев для Монеро в положительном направлении, да? В этом конкретном месяце Монеро в основном увеличился в 4 раза за один месяц. Эта часть владения криптовалютой заключается в том, что вы находитесь на действительно дикой американской горке, и вам нужно уметь с этим справляться. Таким образом, то, что это показывает, это то, что существует корреляция между доходами Монеро и биткоина. Это корреляция 0,4. Корреляция 1,00 означает корреляцию. Они поднимаются вместе. Отрицательное значение минус 1 – это противоположность. Если один актив растет, другой падает. Поэтому в современной теории портфеля, и это также верно для вашего личного портфеля, стоит подумать о том, если у вас есть два актива, которые, как вы ожидаете, будут хорошо себя показывать в будущем, и они не коррелированы. Другими словами, когда один актив растет, другой остается на месте или, возможно, другой падает. Другими словами, колебания этих двух различных активов изо дня в день, как правило, компенсируют друг друга. Если у вас такая ситуация, то если вы создадите портфель из этих двух активов, ваша совокупная волатильность улучшится, она снизится, потому что компоненты, которые вы добавляете, имеют антикорреляцию. Верно. Это очень важно для инвесторов на Уолл-стрит, потому что оказывается, что структура корреляции, как правило, более надежна и долговечна, чем предсказание о превышении доходности. Таким образом, структуры корреляции, как правило, сохраняются. Уолл-стрит всегда ищет источники некоррелированного альфа. Например, если посмотреть на корреляцию Монеро
с традиционными активами, такими как американский фондовый рынок, мы видим 0,01. Так что стоит подумать о том, что объединение активов, которые движутся по-разному, может быть положительной силой для вашего общего портфеля. Теперь снова, как я уже упоминал, это только говорит о структуре корреляции. Это похоже на взлеты и падения. Это не говорит о том, будет ли цена расти в будущем. Это другой вопрос. Так что позвольте мне это показать, а затем я закончу. Извините, я задерживаюсь, но, похоже, после меня никого нет, так что я постараюсь сделать это быстро. Я думаю, что то, что я показываю здесь, это практически единственная ценовая диаграмма актива, которая вам нужна. И это очень долгосрочная перспектива. Это показывает период с начала криптовалюты в 2009 году до 2020 года. Это 11 лет истории. И вы почти никогда не увидите этого у криптоблогеров. Люди на YouTube, болтающие о криптовалюте, всегда сосредоточены на том, что произошло вчера. Это совершенно отвлечение для любого, кто имеет долгосрочную перспективу. Поэтому я бы предложил, когда вы смотрите на криптовалюту как на актив, отдалиться на горизонтальной шкале и также отдалиться на вертикальной шкале. Итак, что я здесь показываю, каждое из этих делений — это фактор 10. Верно? Итак, у нас есть 1 цент, 1 доллар и 10 тысяч долларов, так что это, знаете, первоначальные инвестиции в 1 евро, превращающиеся в 10 миллионов евро, вот такой масштаб. И на этом масштабе все эти взлеты и падения, которые кажутся большими, исчезают. Например, давайте посмотрим на S&P 500, американский фондовый рынок. Если вы хоть как-то связаны с фондовым рынком, вы знаете, что декабрь 2019 года был очень хорошим месяцем, верно? Мы говорим о росте на 15%, что действительно много для фондового рынка. Но если посмотреть на это с этой точки зрения, это как пиксель. Так что, я думаю, это подчеркивает решение, которое каждый принимает, рассматривая криптовалюту как возможную инвестицию. Это такой младенец. Он все еще младенец. Это удивительно, потому что он вырос на порядке величины. И все же по сравнению с другими активами, это все еще младенец. Следующий график показывает это. Так что я здесь сделал, так это то, что трудно понять, если кто-то говорит вам, что цена биткоина 7 тысяч долларов. Трудно понять, высоко это или низко, верно. Кто знает, это все как-то просто действительно трудно понять, потому что это всего лишь один биткоин, и трудно поставить это в перспективу. Итак, что я сделал здесь? Так это взял стоимость всех существующих биткоинов, верно? Итак, начиная с самого начала биткоина, с течением времени майнерам стало вознаграждаться больше биткоинов. Таким образом, стало существовать больше биткоинов, и цена колебалась, верно. Я умножаю количество существующих биткоинов на текущую цену, и это дает вам рыночную капитализацию. Что я сделал с этим, так это разделил это на стоимость всего золота, находящегося на поверхности в мире. Таким образом, все золото, которое уже было добыто из земли и находится в хранилищах по всему миру, в основном принадлежит центральным правительствам, но также значительная часть находится в ювелирных изделиях и так далее. Существуют оценки этого. В общем, существуют оценки того, сколько золота есть в мире в любой данный момент. Я разделил стоимость всех биткоинов в мире на стоимость всего золота в мире. И я делал это в течение 11 лет. Так что вы можете видеть, что в настоящее время стоимость всех биткоинов в мире составляет около 1% от стоимости всего золота. Другими словами, все золото стоит в 100 раз больше, чем все биткоины. И если вы сделаете то же самое для Monero, то, возможно, это аналогия еще более уместна для Monero, потому что, когда вы переворачиваете слиток золота, вы не видите списка всех, кто владел этим слитком золота. Вы просто видите золото. Таким образом, Monero действует больше как настоящее золото, чем биткоин. Поэтому имеет больше смысла составить соотношение всего Monero в мире. Сколько это стоит? Разделите это на то, сколько стоит все золото в мире. Если вы это сделаете, мы получаем 0,01%. Вот что я имею в виду. Когда говорю, что этот класс активов все еще младенец, все еще рано, с ним могут произойти хорошие вещи, с ним могут произойти очень плохие вещи.
Может быть ошибка, о которой никто не знает. Может быть правительственное вмешательство, о котором, я думаю, многие люди чрезмерно беспокоятся, потому что, как мне кажется, мы, гики, склонны воспринимать правительство как модераторов Reddit с просто властью банить. Но это не совсем то, как работают правительства. Это немного более взвешено. И если произойдет несправедливый запрет, могут быть такие инстанции, как Верховный суд, которые могут быть призваны решить, имеют ли, например, американцы фундаментальное право на проведение сделок с ценностями в частном порядке. Это может быть судебное дело, которое возникнет в будущем, выдвинутое людьми, которые действительно заботятся о конфиденциальности, как о фундаментальном праве человека. Но я на этом закончу и благодарю вас за внимание.
Thank you.